Делай бизнес правильно. Нанимай лучших. Двигайся вперед. Никогда не останавливайся. Мысль глобальна, но будь реалистом. Не все богачи рождались в обеспеченных семьях, а даже наоборот. Большая часть вышла из нищеты и долгов. Хотя Дональд Трамп не был из бедной семьи, это ему не помешало учиться у своего отца, как сделать свой бизнес еще лучше. Завтрашний богач. А если у тебя нет такого отца, какой был у Трампа, то ты можешь подписаться на канал «Совет на миллион» и учиться вместе с нами. А досмотрев это видео до конца, ты откроешь денежный портал, который подарит тебе столько денег, сколько посчитаешь нужным. Это «Совет на миллион». Подписывайся. Вместе мы можем все. Нанимай лучших. Любимая фраза Трампа и шоу с его участием – «Кандидат, вы уволены». В этом заявлении он не видит ничего драматического. Он даже называет уволенных работников хорошими сотрудниками, поскольку те сразу честно показали свою некомпетентность. Они, как и отличные работники, видны на ладони. Самая опасная категория сотрудников, по его мнению, это милые люди, выполняющие вроде бы свою работу. Данный тип он называет «болотом», поскольку это люди, которые никогда не поднимут вас на следующий уровень. Вы так и будете с ними средненько работать и неминуемо погружаться на дно, считает Трамп. Поставь лайк за мои старания, и это принесет тебе удачу. Двигайся вперед. Никогда не останавливайся. Нужно понимать, что бизнес не может стоять на месте. Он или умирает, или развивается. Если вам кажется, что у вас все стабильно, то это только кажется. На самом деле все уже умирает, только очень медленно, говорит Трамп. И это относится не только к бизнесу. Если ваши отношения становились в какой-то даже комфортной точке, то это не значит, что у вас все хорошо. Отношения начинают умирать, только делают это очень медленно. Всегда должно быть движение вперед, так сказал Трамп. Напиши в комментариях, идешь ли ты вперед или столкнулся с временными трудностями. Решим это вместе. Мысль глобальна, но будьте реалистом. Дональд Трамп считает, что есть очень много способов сделать себе карьеру. Но самый лучший способ – это родиться в нужном месте и в нужной семье. Но шутки в сторону, мой вам совет. Не сваливайте на своих детей тяжкую ношу незаслуженного богатства. Это может парализовать их, отбить у них охоту много трудиться и добиваться собственного успеха в жизни. Я богаче, чем был мой отец. Но я начал не с нуля. На старте у меня был очень хороший фундамент. К тому же отец всегда был для меня великолепным примером предпринимателя. И я рос рядом с ним не только как его сын, но и как бизнесмен. Чтобы добиться некоторых своих целей, я ждал целых 30 лет, говорит Трамп. Так, чтобы добиться поставленных целей, нужны терпение и энтузиазм. Поделись этим видео с друзьями, чтобы больше людей могли заработать столько денег, сколько заработал Дональд Трамп. Миллионер из капусты. Мне очень нравится наблюдать, как все больше людей, и ты в том числе, интересуешься финансовой грамотностью и саморазвитием. Ты настоящий завтрашний богач. Хочешь ознакомиться с первой частью денежных советов от Дональда Трампа, которые принесут в твою жизнь миллионы денег? Тогда жми прямо на экран. Ты на него смотришь. Жми и подписывайся. Вместе мы можем все.